Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание под номером 1047. Нас просят найти наибольшее значение выражения и узнать, при каком значении x выражение принимает наибольшее значение. Итак, оба эти выражения имеют одним из своих членов x квадрат. Что мы знаем про x квадрат? Мы знаем, что наименьшее значение x квадрата это 0. Оно достигается при x равном 0. При всех остальных значениях x выражение x квадрат у нас положительное, больше 0. Поскольку у нас еще есть выражение, противоположное x квадрату, а противоположное для x квадрата, оно будет меньше или равно 0. То есть будет отрицательным или 0. Поэтому его наибольшее значение будет 0. Наибольшее значение минус x в квадрате равно 0. При x равном 0. При всех остальных значениях x это выражение, противоположное x в квадрате, будет отрицательным. Но, исходя из этого, рассмотрим наше выражение. 4 минус x квадрат. Эта разность будет иметь наибольшее значение, если вычитаемое будет иметь наименьшее значение. А наименьшее значение x квадрата это 0. Поэтому это выражение будет иметь наибольшее значение при x равном 0. Оно будет равно 4. Это и будет наибольшее значение. Под цифрой 2. Минус x в квадрате плюс 10. Сумма будет принимать наибольшее значение, если наибольшее значение будет принимать слагаемое. Первое слагаемое будет принимать наибольшее значение при x равном 0. При всех остальных значениях первое слагаемое будет отрицательным. Это будет равно 10. Это и будет наибольшее значение. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши группы в соцсетях.